Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дудаплей. И мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. И играем мы за Скорпиона. Сейчас постреляем. Так, а нет, смотри, вроде бы как я... А, один танк уничтожил, да. Вражеский. Ну ладно. Кто у нас здесь будет дальше? Давай, вот смотри, видишь, он здесь переворачивается просто-напросто. На, отравляшку тебе. О, готов. Еще один зарчик. Идем дальше. Ой, сейчас я попробую этих жалом. О, смотри, три одинаковых, да? Сейчас жалом. Все, готовы. Быстро мы с ними расправились. С красненьким тоже. Ох, нифига, он как летает, смотри. Офигеть, как интересно. На. Он их подбрасывает, представляешь, жалом. Вот этих маленьких и одного удара хватает. Фига, тут танк стрелял, отлетел как. Вон он. Сейчас я его попробую как-нибудь уничтожить. А не получается, смотри, даже при всем желании. Все, он убежал. Блин, ладно. Нифига, я могу так ногу сюда подставить, да? О, летит прям. Иди отсюда. Далеко ж ты ехал, слушай. Да, умел бы он еще прыгать, этот танк. Было бы интересно. Как бы он прыгал бы. На. Так, маленького сейчас я пробую подбросить. Ага, нет, не успел. Так, вот же у нас этот босс. Удар грома едет. Ну, сейчас я его попробую тоже щелкнуть. Пошли, иди сюда. О. На. Ух ты. Готов. Все, уничтожили мы босса. Хорошо. Можно отправляться дальше. Сейчас, ребята, поедем на Джокере. Только мы его улучшим. Так, был 10-й, 11-й, 12-й. А, денег не хватает. А, ё-моё, я все деньги потратил. Ладно. Так, по усилителю, что у нас здесь есть? Только напалм есть. Ладно, пусть будет напалм. Ну, еще надо дофига денег. Офигеть. На улучшение танка я потратил все деньги. Ребята, вот я люблю тратить деньги, а. Ладненько. Так, ну я думаю, сейчас на Джокере буду. Нормально, мне думаю, получится. Джокер быстрый очень танк. Да, немножко надо улучшать его. Ух ты. Будем очень быстро ехать и уничтожать вот этих врагов. На, ах ты, ё-моё. Есть. Есть, еще вот эта Катюша, смотри, приехала. Ох ты, меня зацепила, нифига, ты видел? На. Все. Скоро, ребятушки, будет у нас босс. Опа, мимо. Мимо. Хотел я попасть у тебя, но что-то не получилось. На, ты чего стреляешь? Ну, теперь вот этого надо уничтожить. Есть, двоих. Фига тут эта волна же идет. Такая вот. Как сказать, боевая волна. Физическая такая вот. Вот, повелитель летит. Ух ты, повелитель. На, получай. Маленький против большого. Ах ты гад, смотри, что творит. Ладно, я тебя здесь подожду. Я тебя подожду здесь. Раз и два, и еще три. Готов. Разлетелся. Повелитель у нас. Бедолашка, мне его даже жалко. Опля. Забираем ремкомплект. У нас почти что стопроцентное здоровье. О. Вижу вас. Очень много. Танчик. Этих самых танков. Я буду, ребята, их называть танками. Ну, это же игра про танки. О. Тык. Давай напалм используем. О, все сгорели. Офигеть, вот это напалм. Как красиво было. Как было красиво, ребята. Не догоните меня, не догоните. Ух ты. Резкие быстрые танки. Но преимущество у Джокера. То, что он может очень часто стрелять. Практически без остановки. Практически без остановки. Ну, с небольшой остановкой. Но можно сказать, что и без остановки.
Сейчас мы его еще улучшим. Джокера. На. Так, получайте, гады. Ой, как хорошо, смотри. Ну, сейчас сумасшедший Джокер. А Джокер с ума сошел, сходит. Угу. Лазерная пасть. Ну, ты мне не страшный. Ты мне не страшен совсем. Смотри, видишь, как стреляет. А, можно просто тупо нажать и держать. А так можно было? Ладно, будем знать. А я этого не знал. Так, ремкомплектик. Хорош. Все, летим. Стреляем всех подряд. О, смотри, нормально, да? Так, только сильно часто тоже нельзя. Нажимать, стрелять. О! Бригада целая. Давай, иди сюда. На маленького танка решили, да, пойти. Я вам сейчас покажу, как на маленького танка идти. Есть. Вперед. И этого уничтожил. Все отлично. Все хорошо. Поехали. О! Напам, вонючки. Посмотрите, что у меня есть. Нифига себе, как меня отталкивает. Я просто стреляю, как сумасшедший. Опа! Тихо. Есть, сейчас тебя уничтожу, подожди. Во, готов. Следующий. Кто там против меня? А, вот этот малышок. Да, скоро здоровье у меня кончится. Практически на полном, на издыхании нахожусь. На, ах ты, на тебе. Есть. Спасибо, и мы забираем вот эти вот монетки. Ну, уничтожили, что ж поделаешь-то. Сколько монет мы заработали? 370 монет. Отлично, отлично. Ну что, давайте улучшим Джокера. Ух ты, тебя еще можно повышать? До скольки? До максималки, что ли? А здесь, к сожалению, только вот эти штуки. А, круглую пилу мы не будем брать. Ладно, пусть будет напалм, остается. И не хватает нам дофига монет еще. Ну ладно, пойдем, поехали. Ничего страшного. Опа, ах ты, ё-моё, не хватило тебе, да? А, когда ж ты с одного выстрела начнешь их уничтожать? Я ж тебя улучшаю, Джокер. Денег на тебя не жалею. О, с одного выстрела, кажется. Вообще не жалею денег на него. Опа. Тихо, ребятки. Давайте вам напалм сделаем. О. Пришлось напалм использовать. Тыкс. Давай, иди сюда. Иди сюда, готов. Ага, ух ты, у меня босс сразу повелитель. Очень мощный, большой танк НЛОшный. На тебе. Все. Готов. Готов, вонючка. Давайте, подлечимся. Thank you. Ух ты, давай, перевернись нафиг. Почти что перевернулись мы. Почти перевернулся танк. Кстати, да, каждый раз, когда ты его улучшаешь... Ух ты, смотри, его колбасит как. Ну, вроде бы ничего ему не сделалось, когда он вот переворачивался. Главное, что мы живы-здоровы. А все остальное ерунда. Так, как же тебе победить-то? Все. Теперь надо подняться вообще. Разгоняемся. Есть. Поднялись. Ох ты! Привет. На, получай. Так, 319 монет у нас. Я пытаюсь, как ты знаешь, стрелять, не попадать. Так, давай напалм использовать. У меня напалм еще как бы не раскрученный, ну ладно. Ты чё у меня стреляешь, на? Все, уничтожил. Уничтожен ты. О, ребятки.
Следуйте за мной. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько вас много здесь. Еще тебя не хватало здесь. Танк. Лазерная пасть. О, босс. О, вот мы его и позвали, лазерную пасть. Вот лазерная пасть и едет. Ну ладно, давай, давай. Сейчас попробуем в тебя попасть. Далеко, видимо, он находится. О, все. Пошел, пошел на раздачу. Дружище. Давай заберем ремкомплектик. О, так, хорошо. И ждем. Сейчас будут он ложки. Но пока я ложек не слышу. Ну, сейчас они прилетят, сейчас прилетят. Ну ладно, надо будет ехать, наверное, скорее всего. Поехали! Нету никого. Вот, теперь я слышу. О, теперь вас много. Так, напалм, срочно напалм нужен. Вот так. Напалм мне помог. Ух ты! На-на-на-на-на-на-на-на! Сейчас меня зафигачат! Ну, слишком много их было, конечно. Все, продолжаем бой. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, какая большая бригада. Сейчас мы их всех отстреляем, наверное. Да, получилось. Даже напалм не нужно было применять. Так, тихо, аккуратно. Во, летят, летят, летят. Много-много летит, смотри. Давай напалмом используем. О, прям не зря я напалм использовал. На. Все. Здоровья у меня очень мало. Не знаю. О, нет, одно попадание у меня и все, да. Отщелкали, конец игры. Итого 411 монет.